Всем привет! Хочу вам рассказать сегодня про свою новую покупку. Для поездок в теплые страны мы купили две термокружки. Термокружка фирмы Китфорд КТ-1231. Посмотрим распаковку. Итак, что же у нас есть в этой волшебной коробочке? Ну, непосредственно сама термокружка. Инструкция по применению и куча рекламы. Также здесь был магнитик, я его повесила уже на холодильник. Термокружка выполнена из металла черного цвета, такая стильная, красивая. Есть у нее удобная ручка, чтобы носить. Также вот такой поильник, чтобы было удобно пить из нее. И вверху видите клапан, чтобы заходил воздух вовнутрь, чтобы удобно было пить. Что внутри? Внутри есть вот такое уплотнительное кольцо. Также есть трубка, чтобы можно было допивать воду до самого дна, не переворачивая кружку. Что еще хотелось бы отметить? Производитель заявляет, что кружка весит 250 граммов. Для путешественника вес всегда имеет значение. Давайте проверим, так ли это. Вот у меня есть двое весов разных. Взвешиваем. Первые весы. Весит 66 граммов. Вторые весы. 265,8. Ну, в принципе, не критичная разница с тем, что заявили. Поэтому все хорошо. В общем, скоро мы полетим в Таиланд на отдых. Эти термокружки возьмем с собой, протестируем там. И я расскажу о том, какой результат получился. Всем привет! Хотела рассказать вам про один лайфхак. Мы специально для поездки в Таиланд купили два таких термоса фирмы Китфорд, полулитровых. Протестировали их уже почти 10 дней. Отлично все работает. Прекрасно держит холодную температуру. Ходили пешком на гору к храму Большому Будды. По времени примерно у нас вышло 4 часа. Или даже 5. И все это время вода была прохладная. Очень классная штука. Всем рекомендую. Ну что ж, мы вернулись из нашей поездки. Кружки мы протестировали. Как вы уже поняли, проявили на себя прекрасно. Температуру холодную держит отлично. Хотела бы еще заметить, что очень хорошо организована система, то, что они не протекают, даже если упадут на бок или вниз головой. Скоро настает время огородов. Проверим кружку еще так же, как и термос. Надеюсь, также будут хорошо работать. Поэтому кружки Китфорд такие я всем искренне рекомендую.